Приветствую, девочки, мальчики. Глафира Абрамовна в телезефирах. После долгой продолжительной болезни, как некоторые, Леонид Ильич, есть анекдот на эту тему, Леонид Ильич идет по Кремлю. Идет. Христос воскресе! Большое человеческое спасибо. Про скейтер у нас сегодня. Готовь! Сани Летова, зимой очки. Для лета. Бледного вы забыли. А, ну бледный со мной. Увидели, наверное. Все, если бледный с нами, то анбоксинг, конечно же. Начинаем с очков для меня. Для ее. No Map. Без сумасшествия. Вот такой вот стрёмненький мешочек. Брали в черную пятницу. Вот так, как тут я вышла из строя. Сами понимаете, выполнил в черно-розовой гамме. Давно хотел зеркальные очки, мечтал просто. Брали на Проскейтер, это значит фирменные, это значит не китайская подделка, не 50 рублей на рынке. Сами понимаете, стоимость 1500 без 10 рублей. И вот тут с хэштегом Then on Made Family. Можно, наверное, этот хэштег забить куда-нибудь. Ну-ка, что-нибудь давай, узнать. Я сейчас наведусь. Подыми чуть-чуть. Подымаю. Подыми чуть-чуть. Подымаю. Ну, вот так вот так. Здесь это No Made Corona. Внутри еще что-то. Пластик приятный на ощупь. Надеваем. Вот как-то так. Как-то так. Окей. Это женский вариант. Сами понимаете, мужчина в розовом ходить не будет. Но Михалычу взяли более такой стабильный, да, что ли, вариант. Винишко-тян. Винишко-тян, да. True Spin. 400 со всех сторон, 400 УВ или 4000, 400 УВИ солнцезащиты, настоящий какой-то, бамбуковая вот эта вся оболочка, следовательно, душки у нас из бамбука, бамбучные, скидочки, где это все брали, конечно, дадим, видите, уже и коробочка такая, хотя цена чуть поменьше, чем у меня. Ну, и пластик уже такой. Ну, бамбуковые дужки выполнены якобы из бамбука. Будем верить на слово, что бамбука. Дужки с железными вставками. Хотя там тоже не совсем пластик, но более стабильный. Но такая форма мне не совсем идет. И очень темно мне ездить за рулем. Я брала это как раз для руля. Вот если смотреть на это вот содержимое, то мне темновато. А Михалычу в самый раз. Ага, он вообще будет слепой. Нет, ну мало ли что. Ну вот такие вот для шот про сюрприз для лета for summer. Будем сомерить. Может быть, все-таки лето будет более удачное, чем прошедшее. Будем на всяком случае на это надеяться. Ну, там, где это брать второй раз или третий уже раз, подчеркну, кому надо, бегите. Там очень-очень много всяческого добра летнего по отличным просто скидкам. Это не реклама, это наше мнение. Глафира Абрамовна плохого не посоветует. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, рассказывайте. Закупились ли вы уже летними вещами на черную пятницу или нет? Мы вот уже да. Чё? Чмоки-чмоки в обе щёки. Всем пока.